Хотите готовить на раз, два, три? Хочу. Тогда представляем вашему вниманию мультиварку с функцией скороварка, которая мгновенно готовит за считанные минуты, хотел сказать секунды, минуты, самые сложные блюда. Помните, а я вам говорил? А еще название, какая хорошая, здоровая еда. А я знаю, когда быстро еда готовится, значит, все витамины там сохраняются. Расскажи, пожалуйста, слушайте, почему она готовится итак, быстрее? Совершенно верно. С мультиваркой мы познакомимся чуть позже, а сейчас давайте расскажу, как работает скороварка. А теперь посмотри, пожалуйста, сюда внимательно. Вот это великолепное мясо я приготовил, внимание, за 40 минут. Да 30-40 минут. А это говядина. Ты знаешь почему? Говядина. Говядина. Минут. Почему? Как кстати, причем, такое? Не понимаю. Кстати, говядина еще зависит от сорта. Чем сложнее сорт, конечно, жестче. Его надо дольше готовить. Сейчас рассказываю, как я приготовил, внимание, 3 раза быстрее. Итак, Оля, ты знаешь, что температура воды обычно при нормальном атмосферном давлении 100 градусов, ты знаешь? Да. Слушайте, пока она пробует, я еще раз показываю. 100 градусов нормальная ребята, температура. Друзья, невероятно вкусно, помолчи, это же говядина, слушайте, она во рту тает. А самое главное, за что морковка... За 40 минут? За 40 минут, главное, я приготовил самую сложную, 30-40, в зависимости от сорта. А вообще тушится мясо, свинина или буженина за 30 минут, вы не поверите. Вода кипит, внимание. Давайте взглянем на экран. Вода кипит при 100 градусах. Но здесь создается, в нашей великолепной скороварке, мультиварке, создается давление. Не буду говорить, какое. И наша вода, внимание, замерли. Она нагревается и кипит от 120 градусов и выше. А что это означает? Тебе интересно? Конечно. 120 градусов, значит, готовит в 3 раза быстрее. Раз. Второе. Оно пропитывает соком. Оно оставляет все виды. Витамины, то есть у вас получается пища здоровая, а значит вы продлеваете себе жизнь просто а так. А вы, дорогие мои, хотите готовить в 3 раза быстрее? Сколько времени вы сегодня провели возле плиты, даже заготовив завтрак? Ну час, правильно, дорогие мои, здесь на мультиварке вы будете готовить гораздо быстрее, до 70% экономии вашего времени. Совершенно верно, вот сейчас я поворачиваю сюда, чтобы вы взглянули в наше великолепное мультиварка с функцией скороварки, готовит в 3 раза быстрее, то есть она создает нам давление. А теперь посмотрите, бисквит, вот Оля, скажи, пожалуйста, вот ты готовишь бисквит дома. Ну, ты, знаешь, честно говоря, это надо ставить у духовки, согласись. Конечно, лучше духовочку не открывать. Почему? А то осядет он. Осядет совершенно, а здесь создается давление. Определенная температура, которая уже встроена. Бисквит за 20-30 минут, дорогие друзья. За 20-30, это... а вы скажите, вы за сколько готовите бисквит? Мультиварка, скороварка, здоровая еда, именно так она называется. И мультиварит, и скороварит. Ух, как хорошо ты сказала, в 3 раза быстрее. Ну давайте достаю, кстати, в первой мультиварке я готовил ускоренно, использовал функцию скороварки. Следующая мультиварка, которая у меня здесь стоит, кстати, меню на русском языке, посмотрите, есть дисплей на русском языке. Здесь я использовал функцию мультиварки. Слушай, тебе это интересно? Очень интересно. Во-первых, мне нравится смотреть дисплей на русском языке. На русском. Все четко, понятно. Кстати, ой, посмотрите, дорогие мои, не было такого ни в одной скороварке, чтобы скороварка, мультиварка готовила два блюда одновременно. Два блюда. А ты знаешь, чем это удобно? Вот давайте вспомним, друзья мои, когда вы готовите два блюда одновременно, вы занимаете много посуды. Согласны? Согласны. Согласны. Это не очень удобно. То есть вы пачкаете. Смотрите, я достаю. Вот он, второй ярус. Он идет в комплекте. Вы представляете? Второй ярус, где вы можете готовить одновременно два блюда. А теперь смотрите, я убираю. Здесь я готовил манты. Просто убираю. Ты видишь, что у меня кипит? Да, слушай, супчик. Да, совершенно верно. Ой, это же гороховый суп. Гороховый суп. Обожаю гороховый суп. Слушай, как ты готовишь гороховый суп? Подожди. Дорогие мои, вспомните, как вы готовите гороховый суп. Лично я на ночь замачиваю горошек. Так. Потом периодически водичку сливаю с утра, а лишь потом начинаю варить гороховый суп. И все это занимает очень долго. 3 часа минимум. Ну, слушайте, ну это уже печально. Уже печально. Готовим давайте
гороховый суп за 20, за 30 минут. Вы думаете, это нереально? Слушайте. Реально. Звоните, заказывайте. Оля, я хочу развеять твои сомнения. Не 20-30 минут, а, внимание, 12 минут здесь готовился горох. 12 минут, я не ошибла, я лично тестировал. Я Олег Сотников, народный консультант ваш. Ваш, дорогие мои, двигаемся дальше. Конечно, в темпе вальса, потому что это мультиварка, скороварка, здоровая еда. Готовит на раз, два, три. Закинули, закрыли крышку и нажали одну кнопку. Три действия, которые вы должны сделать. Раз, два, три, раз, два, слушай, три. Как вальс. Слушай, как в темпе вальса, действительно. И знаешь, что мне нравится больше всего? То, что мы с тобой на кухне можем не стоять. Не стоять, совершенно верно. Вот, Олечка, ты правильно сказала. Вот давайте вспомним, как вы стоите у плиты. Сколько вы времени тратите. Вы согласны, что это долго и неудобно? Смотрите, сейчас на ваших глазах я приготовил. Смотрите, даже показывают три блюда. Здесь я отварил, сделал яйца на пару. Так. Здесь я приготовил овощи на пару, а внизу у меня каша. Подожди, я не поняла, яйца тоже здесь можно да. готовить? Да, Олечка, я готовил не функции скороварки, а с режимом мультиварки. То есть я не закрывал этот клапан, который идет в комплекте. Слушай, здесь это надо... гениально. То есть, Олег, правильно я тебя понимаю? Это мультиварка-скороварка, но мы можем использовать мультиварку-скороварку как просто мультиварку. Слушай, а крышку можно открыть? Потому что я начинаю конечно люблю же, Олечка, смотреть. Совершенно верно. Олечка, ты можешь, кстати, использовать ее как жаровню. То есть наша великолепная чаша объемом 5 литров используется как жаровня. То есть не закрывая крышку, включайте функцию, например, тушение. Вы выбираете сами. Разогревается дно, и вы жарите стейки. Либо тушите мясо, либо просто делаете поджарку. Все, что хотите. Слушай, мы первый раз такое в прямом эфире представляем на телеканале Shop & Show. Считаем все вместе. Это мультиварка. Это скороварка и это жаровня, да? Жаровня. Называется это уникальная мультиварка-скороварка. Здоровая еда! Еще раз напоминаю, это и мультиварка, это и скороварка, и жаровня. Рассказываю, как устроена скороварка и как она работает, и для кого она. Для вас, мои любимые телезрители, для тех, кто всегда занят, для тех, кто всегда хочет приготовить быстро и не хочет стоять у плиты. Для тех, у кого нет времени стоять у плиты, кто приходит с работы уставший. У кого есть дети маленькие и просто какие большие, дети? Которых... У кого есть муж, дорогой мой? Вот тебе жена, как готовит? Итак, смотрите, на раз, два, три, еще раз напоминаю, порезали, поместили, включили программу, закрыли крышку и все. 12 минут горох, мясо от 30 до 40 минут. Стойте, оставайтесь здесь, смотрите, что я хочу вам показать. Холодец, который я приготовил за 60 минут. Да это ладно? Не проблема. 6 часов варится холодец. 6 часов. А вы как готовите? 6 часов? Не позорьте меня. Вот это решение, великолепное решение на вашу кухню. Она заменяет вам, конечно же, и кастрюли. Посмотрите, какой у нас великолепный холодец. Студень, заливное, рыба заливная. Теперь не надо стоять, потому что это на раз, два, три. Ох, все. Вспомните, дорогие мои, вот перед Новым годом, когда мы готовимся к застолью, мы не только же салат с вами режем, мы холодцы с вами варим. Сколько времени у нас занимает приготовление одного холодца? Скажу вам по секрету, лично я этим вообще не занимаюсь, потому что 6 часов стоять возле плиты, у меня просто нет времени. Мама моя все это делает за меня, а потом приносит лоточки. Скажи, пожалуйста, у тебя ты выпечкой занимаешься? Занимаюсь, десертами? Конечно. Расскажи нашим тезерам. Ты хочешь опозориться? Расскажи, как почему ты готовишь. Почему? Ну-ка, рассказывай. Сразу. Ну, пожалуйста, я пользуюсь духовкой. И тебе надо стоять. Это. Ну, конечно, обязательно. Ой. Дорогие мои, вот такие пироги, такие яблочки вы можете готовить не только у себя в духовке, а в вашей мультиварке с скороварки, яблоки, фольге. Два блюда одновременно. Дорогие друзья, Оль, а я хочу тебе продемонстрировать. Ты знаешь, что вот эти великолепные яблоки я приготовил буквально за 5 минут до нашего эфира. Я специально поместил сюда. 5 минут? Пять минут. Это же такое лакомство. Мои дети обожают. Знаешь, я очень горда тем, что мои дети не так сладко любят, сколько вот яблочки печеные, яблочки сушеные. Вот мне это нравится. Дело все в том, что, дорогие мои, здесь есть специальная функция приготовления десертов. То есть вы можете даже выставлять температуру и время приготовления. Итак, готовить теперь на раз, два, три очень просто. Ну, сколько времени вы проводите в течение дня возле плиты? 3 часа?
4 часа, ну, завтрак, обед, ужин. Все это в прошлом, дорогие наши. Мультиварка, скороварка, гороховый суп за 12 минут. Я не ошибся, я лично тестировал. Я ваш народный эксперт рубрики кухни. Я доказываю вам, теперь готовить одно удовольствие. Не надо ставить у плиты, не надо использовать духовку. Вот это прекрасная вещь, справится абсолютно с всем. Поместили на раз, два, три. Поместили, закрыли крышку и включили одну кнопку всего лишь, дорогие мои. Мультиварка, скороварка, ваши мечты. Успеете заказать вашу мечту. Хватит стоять возле плиты, хватит. Займитесь детьми, позвоните своей подружке. А заниматься готовкой будет ваш личный шеф-повар.